Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Виктор. А откуда вы? Сумы. Сумы. А, Виктор, а вы какое-то время назад лечились в нашей клинике? Да, в 2006 году. В 2006 году. Это уже прошло? 9 лет. 9 лет. А что тогда? Что за проблемы были у вас? Ну, как бы я считаю, 10 лет сидел на игле. 3 года у меня был героин. И 7 лет маковая селонка. Ну и до поступления к нам вы где-то лечились? Да, раза 6. Пару раз в Подмосковье лечился. А потом в Украине тоже там помогали, но это как бы было все месяц-два. И потом обратились к нам, и эта проблема? Ну, все, я про это забыл. За это время чего-то успели, чего-то достигли? Да, сейчас работаю в приличной фирме, управляющим, как бы, на хорошей зарплате, машина, все, семья, нормально все, дети. А вот, может быть, сложности какие-то были перед, после выписки, там, первый год, два, три, то есть с какими-то проблемами сталкивались вот, в реальной жизни? Ну, как бы одно время хотелось обратно к вам. Ну, как бы чувствовался из себя намного увереннее. Ну, повторно не обращался? Нет. Справился с этим? Да. А чем, на ваш взгляд, наш центр отличается от тех, ну, в которых вы были до нас? Ну, там в других центрах как бы закалывают какими-то снотворными, там, чувствуя себя как... Ну, вялым постоянно, каким-то вот сонным, а потом как-то выписываешься и сразу начинается все, хочется, вспоминаешь все. А здесь как бы до мозгу так пронизывает, что неохота ничего. Только вспоминаешь за это дело, сразу в дрожи, как бы убегаешь куда-то работать, что-то делать надо. Вообще неохота. Вот сейчас вот ваш приезд к нам, с чем он связан? Ну, связан, мой сын как бы попробовал спайса, покурил, ну, наверное, месяц-два в общежитии жил, в институте учился, и пошли у него галлюцинации. Начал слышать голоса другие, вот. Закрылся в себе, стал социофобом. И как бы мы с ним 8 месяцев не знали, что с ним делать. Потом я за вас вспомнил и приехал к вам. То есть он бросил институт и все эти 8 месяцев практически не выходил из дома? Не выходил. Ну, мы его возили там, и в монастыре возили, и к врачам, к нашим там, но как бы никто не давал никаких обещаний там, что можно что-то сделать. И вот вы обратились к нам, уже почти месяц вы находитесь. Вы видите какой-то результат? Ну, конечно. Он, как бы первую неделю еще не сильно видно было, а вот по остальной неделе он поменялся, он стал своим, тем человеком, которым он был. Он стал на люди выходить, все, ему все начало хотеться, то есть стал нормальным человеком. То есть все те психические нарушения, которые были связаны с употреблением этого наркотика, они на сегодняшний день ушли. Да, то есть да, обычный. Он стал нормальным человеком, как он был до приема этого спайса. Ну и последний у меня вопрос. Вот, что бы вы пожелали нашим пациентам, которые будут вот, ну, смотреть вас? Самое главное — довериться вам, вашему коллективу. И я считаю, что это все реально, вылечиться и стать обратно на здоровый образ жизни, и жить, и работать, развиваться — это все реально после вашей клиники. Спасибо большое. Пожалуйста.